Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам расскажем, как включить высококонтрастный текст на телефоне Xiaomi Mi 9 SE. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки. Дальше мы листаем вниз и находим расширенные настройки. Дальше мы нажимаем на специальные возможности и пролистываем в самый-самый низ. И видим пункт, который называется «Высококонтрастный текст». Там просто до конца не видно. Мы включаем его, и после этого наш текст становится более четким, и нам лучше его видно. Надеемся, что мы смогли вам помочь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши отзывы об этом видеоролике в комментарии. И всем пока!